технический тренер Изи из компании ТЭК. При выборе химических компонентов для монтажа или демонтажа шин важно понимать, что каждый из этих компонентов предназначен для определенного вида работ. Эти знания помогут вам сэкономить ваше время и деньги, причем без потери качества ремонта шин и с гарантией безопасности для ваших клиентов. Существуют три основные группы химических компонентов для монтажа и демонтажа шин. Лубриканты, они же гели, монтажные пасты и монтажные составы, они же компаунды. С одной стороны, вам может показаться, что любой из этих компонентов способен стать универсальным, то есть позволит вам монтировать и демонтировать шин. Но это не совсем так. Если вы начнете изучать этот процесс более глубоко, то увидите, что эти несколько видов химикатов совсем не похожи друг на друга, благодаря их разным уникальным преимуществам. Давайте вместе разберемся в этом. Монтажный и демонтажный гель ТЭК Ремизи номер 720 сразу готов к использованию. Этот гель, который напоминает густой ферри, обеспечивает превосходную смазывающую способность и легко растекается между шиной и ободом диска, что делает гель лучшим выбором, когда речь идет о демонтаже шин. Белая монтажная паста крем номер 783 и синяя низкотемпературная монтажная паста ТЭК номер 784 являются идеальным выбором, когда вам нужно покрыть внутреннюю часть обода диска для облегчения монтажа шин. Любая крем-паста ТЭК обеспечивает прекрасное скольжение шины по диску при сборке, но при этом та же самая паста не дает проскальзывать шине, когда она уже окончательно одета на диск. Такая маленькая деталь, о которой никто не задумывается, однозначно делает монтаж колес и дальнейшее управление автомобилем совершенно безопасным, особенно когда вы только что выехали из ворот шиномонтажа. Еще более важным преимуществом крем-пасты ТЭК является защита от коррозии автомобильного диска, так как содержит современные ингибиторы ржавчины. Монтажный компаунд ТЭК номер 722 необходим в том случае, когда между шиной и ободом диска есть зазор, который мешает посадке шины на диск. Этот зазор должен быть заполнен монтажным компаундом, чтобы создать временное уплотнение и качественно посадить шину на диск. Монтажный компаунд ТЭК также обеспечивает отличную защиту от коррозии и содержит ингибиторы ржавчины. Наконец, для сложных колес ТЭК предлагает различные химические составы, разработанные специально для того, чтобы быстро справиться даже с самой нерешаемой проблемой при демонтаже, монтаже или замене шин. Для сложных случаев во время демонтажа шины с диска мы рекомендуем использовать специальную жидкость ТЭК Битбрейкер, которая отделяет прикипание борта шины к ободу диска и существенно облегчает демонтаж без повреждения самой шины. Эта жидкость необходима, если вы имеете дело со старыми шинами, старыми дисками или в случаях, когда на дисках есть явные следы коррозии. Для сложных случаев во время монтажа шины на диск, а также старых шин, у которых нет плотного прилегания к диску, мы рекомендуем использовать специальный уплотнитель борта ТЭК BitSealer. Это тот самый знаменитый герметик борта ТЭК, который содержит в своем составе раствор натурального каучука и запатентованные добавки. Он течет и заполняет все щели между бортом шины и ободом диска, создавая воздухонепроницаемое уплотнение. Обязательно посмотрите и другие наши видео, где вы найдете много интересной и проверенной информации, которая поможет вам эффективно использовать материалы ТЭК с максимальной пользой для вас и ваших клиентов. По любым вопросам обращайтесь в компанию ТЭК Раша. Смотрите технологии ремонта на нашем сайте www.tekrasha.ru и подписывайтесь на наш канал в YouTube. До новых встреч, друзья!